От косы и доильного аппарата до турника и биты для игры в городки. Очередной день 11-х всероссийских спортивных сельских игр показал, что участники со всей страны сильны не только в профессиональных навыках, но и в привычных видах спорта. За состязаниями наблюдала Елена Петрова. Попасть по фигуре и сразу выбить все деревянные элементы – задача не из легких. Нужны годы тренировок, признаются бывалые городошники. Сегодня здесь, на стадионе «Локомотив», собрались лучшие из лучших. Состязания по городошному спорту проходят в рамках всероссийских сельских спортивных игр. Одновременно играют 6 команд. В их числе, говорят организаторы, есть настоящие профессионалы. Команды есть очень сильные, есть, откровенно так сказать, ну, пока слабые, начинающие. Дело в том, что городошные спорт очень сложный вид спорта. В него успехов добиться нельзя в течение за месяц, за два, чтобы научиться играть. Нужны годы. 5, 10 лет, 15 лет. А вот в числе тех, кто соревнуется в забеге на 800 метров, в основном молодежь. Стартуют группами по 9 человек. На первом круге своего забега Анастасия шла практически на равных с двумя соперницами. Но уже на втором вырвалась вперед и к финишу прибежала первой. Есть с кем бороться. Есть сильнее, да. Ну, также, если не считаю слабой, поэтому есть и слабее меня. Так как я шла только к победе, поэтому мне поставили цель бежать впереди. Я побежала. Были силы, поэтому я уже оторвалась на втором кругу. Национальная сельская олимпиада собрала в Саратове несколько тысяч человек из почти 70 регионов России. В программе 17 дисциплин. В их числе конкурсы профессионального мастерства среди механизаторов, доярок. Руслан Кореев представлял Саратовскую область в состязаниях косарей. Профессиональное мастерство доказал, теперь предстоит подтянуться не меньшее число раз, чем соперники. Сколько вы можете подтянуться? Не знаю, это зависит. Тут как бы сразу не определишь. Это зависит много факторов, что может повлиять. Соперники сильные, то есть как бы кто потянул 45. В течение нескольких дней спортсмены из разных регионов России боролись за победу. Обладателей призовых мест ждут награды на закрытии сельских спортивных игр. И уже 20 июля все участники отправятся домой. Елена Петрова, Максим Пустовалов, Саратов 24.